Всем здравствуйте! Добро пожаловать ко мне в гости! Сегодня буду готовить шарики из куриной грудки. Для этого понадобится куриная грудка, нужно ее отварить заранее. Тертый сыр на мелкой-мелкой терке натереть. Одно яичко. 2 столовые ложки майонеза. 1 зубчик чеснока. Свежий укроп, соль и перец. Нужно куриную грудку пропустить через мясорубку. Яичко натереть на самой мелкой терке. Зубчик через пресс. И укропчик нужно порезать мелко-мелко. И теперь будем смешивать все ингредиенты. К мясу добавляем соль, черный перец, чеснок, яичко, 3 столовые ложки сыра, остальной сыр оставляем в сторонке, и 2 полные столовые ложки майонеза. Сыр смешиваем с укропом. Руки смочить водой и формировать шарики и обвалять их в смесь сыра и укропа. Перед подачей на стол шарики охладить и украсить по желанию. Я украсила свежим укропом, и были у меня зерна граната. Шарики получаются очень воздушные, очень нежные, очень легкие. Очень красиво смотрится на праздничном столе. Всем спасибо, что посмотрели мое видео. Желаю всем здоровья, мира, добра. До новых встреч. Пока-пока.